Друзья, я должна вам сказать, что меня все хвалят, говорят, что секция прошла прекрасно, люди вообще все сидели до конца здесь. И вот как итог. Человек похожий на Галкина. Он что-то от меня хочет. Что? Добрый вечер, Тина. Давно хотел обратиться лично к вам. Ага. Однозначно ко всем хотел обратиться. Я однозначно все. И что? Ну, что у нас есть один проект, который хотим больше обсудить свой в сфере коммунистического развития страны. Все. Вот, друзья, пожалуйста, Галкин думает, что он всю жизнь будет зарабатывать миллионы, и никто у него не сидит на хвосте. Вот человек, сидящий у него на хвосте, пожалуйста. Вот. Это действительно я. Как вас зовут хоть? Максим Дарабанин. Галкин, просто я клонирован. Максим Галкин 2, аватар Максима Галкина на Питерском экономическом форуме. Все, секция закончена. Всем большое спасибо, кто нас смотрел.